Всем ассаламу алейкум. Хотелось бы сказать доброго дня. Но сегодняшний день, я думаю, добрым не будет ни для кого. Как бы не хотелось бы выходить в Инстаграм, но мы должны выразить свое мнение насчет всего, что случилось, происходило вчера. Особенно нам, артистам, публичным людям, нужно сказать свое мнение, недовольство, как мы относимся к таким чудовищным трагедиям. Вот. Я проживаю, получается, поблизости, да, где эта церковь. Знаете, это было очень страшно вчера. Эти выстрелы, этот огонь. Вот это все то, что... Знаете, еще хотелось бы сказать, вот в моем окружении очень много православных. Я со всеми дружу, общаюсь, в хороших отношениях. И еще не было ни разу, чтобы я капельку вот слезинки пролила из-за этих людей. Чтобы хоть одно слово в мой адрес, какое-то такое... обидное, чтобы было по отношению ко мне, да, со стороны этих людей. Просто вот не понимаю, чем вам мешал этот священник, который служил в церкви? Чем? Что он вам плохое сделал? Просто как можно такие вещи делать?